15 по 18 мая в Йошкар-Алу по приглашению молодежного отдела Йошкар-Олинской митрополии планируется визит священника Дмитрия Николаева, клирика храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке города Москвы. Отец Дмитрий – руководитель экспедиции «Небо зовет» в рамках проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Автор и исполнитель собственных песен. Лидер музыкальной группы «Летучий корабль». Автор музыки к ряду игровых, документальных и анимационных фильмов. В рамках визита планируется встреча с молодежью республики с тремя разными программами. 16 мая в 15:00 электрический концерт-разговор во Дворце молодежи города Йошкар-Алы, Зеленая улица, 1. 17 мая в 11:30 встреча в колледже культуры и искусств имени Палантая, Красноармейская улица, 78, с программой фортепианных песен и пьес. 17 мая в 17:00 акустический гитарный квартирник на историко-филологическом факультете Марийского государственного университета, площадь имени Ленина, 1.